Мы несколько раз были в этом ресторане, недалеко от нас, в Кистеле. И сейчас хотим сделать небольшой обзор по ценам, блюдам. Итальянский ресторан. Здесь вкусно. Недалеко от нас, на районе, приехали сегодня покушать. Находится прямо в банановой роще. Вот такая вот здесь у нас красота. Ресторан Сицилия. Идем кушать. Quando stacchi la presa mi aspetto che poi ti riprendo. Ho quasi fretta di correre forse dove non c'è vento. Quante volte ti ho presa ad esempio, fingevi un incendio. Amore, fai presto. И вот цены на лето 2024 года в данном ресторане Сицилия. €10 суп. Горячие блюда начинаются вот от 20 практически евро. Ну, для лани недешево, хотя в Турции сейчас все, конечно же, подорожало. Вот такое вот меню в нашем ресторане. Завтраки. Красная икра, креветки, авокадо. Даже стейки на завтрак можно съесть. Классические сырники. 220 лир. Каша из риса на кокосовом молоке. 190 лир. Начинаем мы с карпаччо из осьминога. 450 лир. И мы попросили такую хлебную корзиночку с маслом прованским. 100 лир. Принесли наши средиземноморские супы. Цена на суп 360 лир. Наши основные блюда. У меня норвежский лосось с бланшированным шпинатом и соусом каролин. 740 турецких лир. А Даше принесли вот такие вот медальоны из телятины. Как по мне, похоже больше на такие мини-стейки. С соусом горгонзола и картофельным пюре. 780 турецких лир. И к ним еще вот... Да, соусы отдельно.